В Лангепасе развивается порядка 20 видов спорта. Каждый третий житель города занимается в различных секциях. Взрослые предпочитают плавание, волейбол, лыжные гонки и скандинавскую ходьбу. А дети и подростки увлекаются хоккеем, футболом, дзюдо и скалолазанием. Возможно, этот список в скором времени будет увеличен. В физкультурно-оздоровительном комплексе проводятся тренировки для ребят от 7 до 14 лет, которым нравится настольный теннис. Занятия проходят 4 раза в неделю и длятся около часа. По словам организаторов, этот вид спорта способствует развитию мелкой моторики, развивает одновременно аналитическое и оперативное мышление, улучшает самоконтроль, силу воли и самодисциплину. В Лангепасе продолжается набор в нашу секцию настольного тенниса. Приглашаются ребята от 7 до 14 лет. Занятия в нашей секции бесплатные. Все, кто хочет записаться в нашу секцию, обращайтесь, пожалуйста, во дворец спорта. Наши методисты вам все расскажут и заявление ваше примут. Ребята, теннис очень азартная игра и увлекательная. Развивает все группы мышц. В теннис можно играть и зимой, и летом. Был бы теннисный стол, шарик и ракетка. Приглашаю в нашу секцию. Ждем вас. Инвентаря теннисного у нас, ребята, на всех хватит, все в достатке. Имеются прекрасные теннисные столы, оборудование. У нас очень великолепное оборудование. Спасибо спонсорам, нам очень помогают в процессе закупки оборудования.